А следующая мелодия называется «История де л'Амур». Красивая мелодия. У меня единственная такая мелодия, которую можно посмотреть в YouTube, если вы напишите «Михаил Томилин, саксофонист и ведущий». Вот я сыграю вам именно эту пьесу. История де л'Амур. Следующая мелодия, которую я еще здесь никогда не играл, но она очень красивая. Послушайте ее, даже не знаю, как она переводится.